Мог бы отделаться наказанием за административные правонарушения, а в итоге получил судимость. В Чувашии вынесли приговор водителю, который нарушил правила дорожного движения и попытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов. В октябре прошлого года на улице Калинина в Чебоксарах инспекторы ГИБДД остановили 30-летнего местного жителя. Тот нарушил правила движения. Нарушителя такой поворот дела, судя по всему, не устроил. С места нарушения он попытался скрыться. Сотрудники ДПС пустились в погоню. После остановки автомобиля нарушителя один из сотрудников ДПС подошел к нему, однако тот заблокировал двери своей машины изнутри и отказывался выходить из нее. Поскольку окно со стороны водителя было приоткрыто, инспектор просунул в салон автомобиля руку, чтобы попытаться открыть дверь изнутри. В свою очередь злоумышленник, чтобы избежать административной ответственности за совершенное правонарушение, стал поднимать стекло водительской двери своей машины, прижав руку инспектору и причинив ему сильную физическую боль, после чего стал ее выкручивать. Тем не менее, действия злоумышленника удалось пресечь, поскольку стекло разбилось, и нарушитель в последующем был доставлен в полицию. Горе Дручуна признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.